ранку. Сьогодні продовжимо цикл бігових тренувань. І сьогодні нашим тренажером будуть відомі в Миколаєві сходи. А вправи нам покажуть ультрамарафонці Валентина Ковальська та Сергій Ян. Доброго ранку вам! Доброе утро, Татьяна. Доброе утро, телезрители. Сегодня мы будем показывать упражнения для укрепления мышц сухожилий, а также как улучшить технику бега. Для этого мы будем использовать ступеньки и подъемы. Но перед тем, как приступать, нужно пробежать около 2 км, разогреть организм, чтобы не травмировать себя, и начинать такие упражнения с пацанами. Поэтому можем начать. После каждого упражнения мы спускаемся пешком, восстанавливаем сердечные ритмы дыхания. Выполняем упражнения обязательно на носочках, поднимаем высоко колено и работаем руками вдоль тела 90 градусов. Данные упражнения помогают укрепить связки и сухожилия и также усилить наши мышцы. Данные упражнения укрепляют мышцы кора, мышцы пресса, что очень актуально для девочек, это корректируют фигуру, укрепляют мышцы ягодиц и бедер. Такие упражнения можно выполнять по 20 ступенек с повторением 5 раз, а для более подготовленных спортсменов можно увеличивать.